Всем приветики. Что-то получается, я сразу как-то не подумал, а потом, ну, думал, что надо перепаивать, а сейчас так подумал, что это же можно взять вот этот провод, который здесь был, и разрезать его, и просто присоединить сюда. То есть вот получается от усилителя, вот он провод как бы, вот он вставляется в усилитель. Так, сейчас ставим усилитель, провод. Вот, вставили. И от него вот он пошел. И вот он, короче, весь приходил сюда. И здесь продолжался и шел еще на несколько метров. Я обрезал его. Ну, просто ножом отрезал, как бы. И получилась у меня такая вот штука. Что? А была на конце, что на этом, что на том одинаковая такая вот обрезка. И я ножичком зачистил, ножичком обрезал, ножичком зачистил, и получилась вот такая вот штука. И после этого нужно просто взять и вставить туда. То есть здесь все очень просто. Нажимаем, туда вставляем. Правда, одной рукой это плохо делать, но в общем суть, что нажимаем и вставляем туда. Вот таким вот образом просто нажал. Там открылась дырочка, туда вставил эти контактики. Ну, то есть, получается, мы обрезали их, закрутили, чтобы они не разбалтывались. А дальше просто нажимаем. Там освобождается проемчик такой. И вот в этот проемчик вставляем как бы. Просто, ну, одной рукой сложно вставить, и все. И оно как бы уже присоединено. И получается уже вибродинамик, ну получается тоже вибродинамик, только вибросабвуфер. То есть он тоже, его приложишь к поверхности, этот сабвуфер, и поверхность начинает играть. И вот он сам получается усилитель. Мы, получается, где-то громкость примерно, сейчас я поставлю на такую, включаем. Так, мне нужен пультик мой. Так. Ну вот, все, я уже включил, все настроил, просто это время, поэтому я решил через паузу все это сделать. Все оно включено. В плеере выбрана мелодия, и вот включаем как бы. Ну то есть уже пошли басы, ощущается, то есть такое. Кровать вибрирует. Ну, то есть довольно-таки мощно. А это всего лишь 50 ватт, и он не на всей громкости, и плеер не на всей громкости. А если сделать плеер на всю громкость, да еще и... То прямо ощущается, как вибрация идет по кровати. И так как это вибросабвуфер, то я хотел бы показать, как он через стенку играет. Сейчас я прислоню, получается, и пока пойду с другой стороны покажу. Вот такой вот мы его ставим, и чтобы он не дребезжал, накрываем еще чем-то тяжелым, ну типа вот так вот, чтобы он от вибрации не улетел. Прижимаем его туда максимально. Все, идем сейчас туда. Вот, получается, его врубил. Он играет. Здесь он довольно-таки тихо играет. Но зато его как-то хорошо слышно, как будто бы с той стороны. И сейчас пойдем туда. Ну, а вот мы с этой стороны. Ну, в принципе, то же самое, мне кажется. Надо погромче сделать. Ну вот, сделали чутка погромче. Ну слышно, что кто-то там стучит, блин, прикольно. Ну а здесь так играет. Просто он от вибрации уже слышно уехал, он дребезжит об стену. Вот, ну в общем, как-то так играет она. Довольно-таки неплохо. А если
когда придет усилитель на 50, это 50 ватт на 100, и он будет специально для сабвуфера, это вообще будет круто, потому что этот, ну, обычный усилитель, хоть здесь написано Hi-Fi Bass, но здесь есть и верхняя частота, вон он пишет тербит, ну, то есть верхние частоты. А там нету тербит, там только бас, то есть специально для сабвуфера. 100 ватт, здесь 100 ватт. И там 100 ватт. И там специально для сабвуфера, то есть все чётенько как бы, то есть будет вообще бомба. И главное зажать его хорошо, потому что уже слышно было такой... То есть он уже начинает колотить об стену, то есть... Ну, ясное дело, подушкой его не удержишь, надо чем-то серьезным прижать таким. И чтобы он крепко сидел, тогда он будет бомбить как надо. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.